Ребята, всем привет! Сейчас я хочу снять видео из детского мира, что я покупала. Сейчас вам кое-что покажу. Кое-что тут для школы. Это вот такие вот футболки. У нас сейчас 122 где-то размер, 128. Вот такие вот футболки, обычные хлопковые. А также вот такие вот водолазки я покупала. Это фирма Chesford. Вот такие вот еще водолазочки. 128. Футболочка 128. Вот это большая, 158. В общем, беленькие такие водолазочки и футболочка. Школа. Так, дальше. Кофта. Футурина бой 100 какой 64 что ли, короче, это я большой, извиняюсь, у меня тут кот не мешает, большой размер покупала. Блин, сейчас я тебя опять на балкон отправлю. В общем, ребят, вот это большой размер какой-то у меня тут. Кот цепляет когтями. Кофта теплая такая, на осень холодную, на зиму. Вот. Флисовая. Хорошая кофточка, тепленькая. Да, такой большой размерчик я купила. Еще она не скоро, она подойдет. Такой вот. Короче, и еще я там брала вот такую вот куртку. Тоже размер большой, 158. Футурина. Вот такая куртка. Я забрала на распродаже ее. Я видела, многие ее купили, многих детей видела в этой куртке с распродажи. Вот так вот она выглядит. Вот сзади. Тут получается вот так вот полоски. И вот здесь такие треугольники. Ну, можно еще дополнительно что-то наклеить. Блин, кот. Так, отправила кота на балкон, он доставлен уже. Все трогает когтями своими. В общем, вот такая вот куртка. Футурина. Так, также еще хочу показать, здесь вот такая вот у меня куртка. Тоже ребенку из Зары. 140 размер на 10 лет. А вот это, получается, синяя будет 158. Не знаю, лет на 12, мне кажется. Ну, лет на 12-13. Нет, наверное, на 12 все-таки. Лет на 12. Стоила она со скидкой 899 рублей синяя. Вот эта вот куртка, она с капюшоном, капюшон не отстегивается. Вот. Ее можно как и осенью, так и зимой, там весной ранней. В общем, мне понравилось. Вот, и еще вот такая вот куртка у меня есть для него. Зара, капюшон тоже не отстегивается. Zara Kids. Вот, 140 размер. На 10 лет тут карманы тоже. Но они такие большие. Так тут выглядит. Кармашки. Что тут? Ну и все. Молния. Такой вот расцветочки красивые. Так, что еще, ребятки, хотела показать вам? Вот такие вот хотела показать кедики. Это из Ашана кеды.
32 размер. Я вам показывала уже в двух своих видео распаковка из фамилии, и где я показывала свою обувь и обувь ребенка. Там у него есть уже кеды из Геокса классные. А вот это вот из Ашана, фирма их ашановская Inextenso. Тоже очень красивые кеды, в том плане, что тройные липучки, шнурков нету. Так вот они выглядят, а самая главная цена. Я их покупала, ребят, за 300 рублей. Они со скидкой были 300 рублей. Они довольно-таки такие плотные, прочные, тяжеленькие. Кожзам. Они тяжелые, такие прочные. Внутри хлопок у них. Так вот они прошиты, внутри хлопок. Сверху кожзам такой толстый. В общем, так вот они выглядят. Мне нравится. Мне понравилась больше всего цена. 300 рублей. В общем, 32 размер. Тоже уже после кроссовок, в принципе, можно будет носить. Когда все кроссовки будут малые. Вот. Также, что еще покупала, покажу вот такую коробку. Из мультика «Как приручить дракона» я покупала ему два дракона. Тоже, по-моему, они были со скидкой. Насколько мне память не изменяет, без скидки я бы не купила просто. Я это знаю. Вот, два набора, в комплекте два таких дракончика. Ну, ему что-то захотелось, понравилось. Они тут рот открывают. В общем, двигаются у них эти лапы передние. Передние и задние. Крылья двигаются. И открывается вот, получается, рот. Вот так вот задние лапы двигаются и открывается рот. Хвост тоже гнется весь. Вот так. Ну так прикольные игрушки. Тут тоже хвост гнется. Девочка, вот эта девочка. Также двигаются передние лапки. Только у нее рот не открывается. Так тоже все гнется. В общем, крылья. В общем, вот такие две игрушки тоже. Не помню, сколько стоит. Вот, и последнее, что я покупала в детском мире, это вот такие вот штуки, они продаются на кассе. Так вот это выглядит, это вот такая вот игра, где нужно колечки одеть, получается, на вот эти вот прозрачные, ну как вот из детства игра, Океан Ринга, водная игра с колечками называется. Так, страна происхождения Китай. Угу. Ну, короче, сделана в Китае. Такая вот игрушка прикольная. Так вот нажимаешь, эти колечки тут надо одевать. В общем, такая, видите, да? Надеваются эти кольца. Вот тут кит, всякие медузки. Тоже прикольные. Вот, такие вот у меня были покупочки, ребят, в детском мире. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.